Я уверен, мы что-нибудь придумаем. Так ладно, парень, я дома отошел пока. И Хонор тоже говорит, ушел. На чем мы едем? Где наша машина? Даже бинокля нет. Старшего стрелка. Так, ну что, перешли на КВ? А, сейчас убытки. Я сейчас сам запрограммирую все частоты и сразу. Ну, ты, папа, ты и должен был с нами. Неплохая скорость получилась по FPS. М7. Да, программатор, позже передавайте, что всем
зашли. Да. Нормально. Так, все, я запрограммировал, сейчас скидываю снарягу, заберите программатор. Парни, а нафига мы перепрограммировали? Все скинул. Ну а всем остальным-то зачем? Да вы не будете, он на нашу частоту выйдет. Будете, там сразу все каналы себе забейте, первый, второй, третий канал забейте, КВшку мне все. Может по дефолту оставим и все, и не будет падать. Блять, ну я же прописал дом, поэтому я не знал, что программатора не будет. Да это просто лишняя возня, получится то же самое. По дефолту первый, второй канал, да и все. Там просто и у нас же этот сам еще сдвиг, вик и вся хуйня вот эта. Я же говорю, дефолт, если что, на второй канал. Пока тут программируйте, сейчас. Да, уже поздно. А вот на второй канал то же самое волна. Ты второй канал забей, второй себе еще 200. Хочешь моторхор? Ну ты второй канал себе забей. 26, 27. Ну, вообще... Так, мы на респе, куда нам подойти? Вообще лучше не забивайте подряд каналы. Потому что если захватят, сразу увидят. Так, ребята, отделение, у нас уже ждут, так что давайте проходим, потом уже в бетере по дороге уже все запрограммируйте. Где бета? Сейчас к нему подойдем. Так, на 90 продвигаемся. Интро на 90 подвигается. Это пока. Мы, наверное, не все сейчас на этой частоте. Так, а дефолт оставили? Райзен, ты здесь? Он не здесь, говорю же. Там другая частота. Так там написаны частоты, нам дадут потом эти программаторы. Ну, дом тоже на дефолт. Они уже на частоту перешли. До нас программатор просто не дошел, не кипишуйте. Остальные будем забивать, или вот только первый канал забьем? Ну, давайте хотя бы 3 забьем. Все равно ехать еще.
на крыльях спрашивают, кто не потерялся. Так, охотник был с нами или нет? А где он? Если кто-то потерялся, он не скажет. Есть уже контакты. Идем, короче, все толпой там разберемся. Эти последние. Не туда сели, что ли? В средний бетер садимся. Да, нужен программатор. Ну, выложи, пожалуйста, в этот, в инвентарь. Да, в бетер. Забивай. Первый, второй, третий команд. Ну да, первые две забьешь хотя бы. Какая разница, где-то забиваете, если все равно хотим. А какая разница? Там зависит от того, как пройдется. Так, горились на КВ? Мужики, а второй бетер вообще куда я уехал? Закончишь, скажешь там. Ну, придется уже. Сбежит. Да, ну все. Нет, нет. Жестко. Горилец он на том батаре остался, но все его вообще выстрелил. Открой карту, нет, смотри. Да, это. У нас желтая метка, моторфорд. Желтая метка 8. Нет, там частоты прописаны. Я тебя слышу, горелец. Передать ему что-то? Так ты с нами в одном бетре? Конечно. Тогда скинут. Нужен еще программатор. Нужен программатор.
Да, взял, спасибо. Командир быстро, пофикси форму такого. Я прекрасно понимаю, но я здесь в виде противника пытается убить. А подходя, убивает до конца, а только потом, а, ну надо узнать, опознать, нет. Реальность. Какой боец? Просто девушка убивает. По большей части разбирается ситуация. Так, программатор закончил. Давай, жду. Тоже скинул программатор. Горелец, ты не с нами в Петре? А он теперь не услышит. Ладно, что ушел на крики. Че-то я тупнул. Просто раньше с Горелисом разговаривали по дефолту. Он-то думает, что с нами едет. Так, другие бетры тоже едут на нашу. Да я понял, но он думал, что он с нами в бетре сидит и спросил скинуть ему. Скинул программатор, парни, забирайте. Ты на том КВ? Да. А, я был не на том, извините. Скажите что-нибудь. Да, хорошо.
Вася, на прием. Слышу. Возобновить. Ты вместе со мной едешь. У нас только горели на другой сон. Привет. Блять, шкипер, рот! Да вообще тут происходит. Тарантино по дороге проехал? Васина, а почему твоя метка чуть отличается от того, где мы едем? Приблизительно поставь. Я не вижу лица. Я тебя плохо слышу, Фокс. Я с тобой по тебе надо высадиться. Город вылетел. Помяните себя, вы все умрете на планете. Шкипер, нет. Давай, шкипер, смотри. Сейчас после поворота у тебя по правой стороне будет высота 25-11. Как вариант, у вас подняться на высоту 25-11 и просмотреть эту метку, что это Гелиса. Два, нам 7 пиздец. Короче, врач, Кушап находится в низине. Справа противник на высоту 23.86 поднимается. Направо сейчас поворачивай, правильно. Чувак. Может, Кушап не хотели. Не-не-не, противник, блядь, наблюдатель на 23.86 и с другой Кушапе, сука. Ты нас убьешь, нахуй, не надо. Ну а на резкий подъем. Так, парни, интересно, у нас походу может высадиться? Мы через Кушап не проедем. Поехали, сдохнем. Я согласен. Поехали, чё вы? Дилис, где ты вообще ездишь, я не понимаю. Загашил Кушап. А где он? Да, нельзя вроде как. Связи. Ну, судя по меткам мелки, вы встанете от нас. Готов принять, взял. Суд, что нам делать, я не пойму. Суд, что нам делать, что я высмею? Да что делать? Ну он вроде как сказал, да? Надо в шаге высаживаться. Ну что нам делать, выходим что ли? Мы у тебя хотели спросить. Так, Катерин, давайте высадим.
Слышно. Заходим в этот. Че, в этот садимся? Да, в этот садимся. Так, все, сами все. Не хотел внутрь. Стоит метка. Метка актуальная? Ника Жорик, да, актуальная. Это, блядь, ну, не в кушапе. Нихуя, нихуя не в кушапе. Сейчас я сяду. Мы перед Кушавом на 25-11 в высоте. Похоже на то. Давайте вдоль проходим на 130 отделение. Ну, вдоль дороги идем? Да, вдоль дороги идем. А что делать? Так, мы с Доном на вершине. Ну, Дон, давай, пускай на вершине идет. На вершине, у него снайперка. Хотя, давай, ты его тоже прикрой, в принципе. Пиздец, вообще какие-то, блядь, чокнутые эти. Что мы здесь делаем? Так они не захотели ехать в Кушапка, типа их там, блядь, завалит. Там увидели СПН вражеский, короче. И они застали туда ехать, хотя туда бетер поехал. Стрельба. Кушапе, прям в лоб. Это за горами где-то. Это Кушапка. Ну да, я на горе нахожусь, я на горе нахожусь, это с Кушаба прямо. Ну правее Кушаба, вот где-то в низине, правее Кушаба. Прям ебать будет. Серёг, ты на горе, ты на связи? Нет, мы еще не видим, потому что мы даже не доехали до места высадки. Нас раньше высадили. Я понял, что ты со СВРами. Так, вижу. Ты... Даже не дает? Да, это в Кушабе. Ты вас что, выбили, что ли, Серега? Да, в Кушабе выбили что-то его. Да, вижу наших там друзья. Все, мы тоже подходим. Как раз идем к домам, Сережа. Там бета на дороге, видите, наш? Подъезжает. Да, понятно. Спускаться с высоты? Да, спускаемся с высоты, идем в Кушап, заходим в Кушап. Забираем горельцы, продолжаем движение к месту высадки нашей. Контактов там нет? Принял, иди к перекрестку, вот прям в конце домов, где...
Блин. Так, отделение, спускаемся в пушап. Ты на крике? Чё за пуск, кстати? Отделение на дороге стоит бетер, залезаем в него. Там пуск была стрельба. Ничего? Еще пуск. Прям там, прям на дороге дальше. На 180 от нас. И, видите дым, да? На юг идем все? Да, идем на юг, заходим в пушап. Ну да, там техника горит. Дымы в Кушапе. На востоке в Кушапе дымы. Да, там своего за горящей машины. Ну мы без оптики все. Что там наблюдаешь? Я
я пытаюсь как-то так глянуть, но ничего не вижу. Так, обошел запад на горячую технику, сейчас попробую ее посмотреть. Блин, я не могу понять, что у них за ДВ нахуй, где это я? Она первая пробовала вернуться? Ну да, они... Они, короче, ДВ-хи прописали, начиная с 80. А тут ДВ это максимум до 60. Так, сейчас, ожидаем кушак, ребят. Сейчас мы зашли, какие горячие, нет? Я наблюдаю, будто я разгоревший. Там свои ходят. А известно вообще, кто его сжег? Стой, что у тебя? Машин ставь себе. Подаю вас в раз, как дальше подходит. А тот сжег метр где? Сейчас прошу. Кайф вообще, им бетер сожгли, они стоят вокруг него. Где соберемся? Да, ландак. Да, это значит, что противник возможно. Еще вижу одного там слева за камней. Вот, ну да. И там несколько. Дальше по дороге, короче, походу засад. А че они так без палева ландак бросили, блин? Метку поставьте, ребят, где вы сейчас кого наблюдаете? Сейчас, сейчас поставлю. Короче, давай их проебали, не знаю, а, короче. А СВР рядом с вами? Так, чувак, к ландаку подбежал. Спросите у медиков, что с ДВ делать. А где медики? Где они остановились? Я думал, они уехали. Спросил кто-нибудь? А тут СВР, ребят, СВР. Я ж не говорю. Че? А на каком ВДВ сейчас по счету?
Дирис. Дирис, на каком ВДВ сейчас? На третьем? А как вы вышли? Там же нельзя настолько высоко забить. Больше 80. Отделение. Давайте идем, проходим. Третье ДВ Разина. Да, я выяснил. Я уже на вас. По дороге идем? Подходим к Петеру, собираемся возле Петера, прям в Кушабе, ребят. Где здесь? В смысле, к целому Беттеру? Собираемся возле Беттера, ребят, в Кушабе. В дороге стоит Шишига и этот сам. Скорее всего, он Беттер. Там по дороге к своей или нет дальше? А ты доложил, что там дальше кто-то? Да, я говорил, Дирис. Короче, я вот сгоревшего буду. Поставил метку актуальную интро, там враги находятся. Ту метку, которую я поставил. Че, грузимся куда-то или что? Там был ландак, и там ландак видели. Пешком двигаемся или будем грузиться? Просто я бы тогда обратно в саду убежал. Не-не-не-не-не, ребята, ждем все здесь, никто никуда не убегает, ждем возле Беттера. А, интро также вместе с ними на батарее? Так, здесь тут... Все, ребята, Бэттер, грузимся, Бэттер, грузимся, все. Летает. Первая, вторая. Которая стоит. Не та, которая приехала, которая стояла первая. Да я опять пойду, еду с ними. Ну, тут и на броне можешь спустить. Мы раскидываем винтовку с вами. Пиздец, смотри, у нас такой экс. Интро сели. Хочешь ГП? СВР, все сели. Это мне очень. Короче, нас выбили, мы успели спрыгнуть. Контрити. Короче, твой псил найди. Ладно, а вот это кто это сделал? Шкипни. Поехали. Врачи-убийцы.
Нас так долго не убивали, нас так долго. Да и не тебя спрашиваю, я Дениса спрашиваю. Ты такая, что сейчас сказал. Самый прикол, да, Ландак уехал куда-то. Мне такой вопрос. Раньше баг был. Мне тогда подступили колено еще раз видеть, что мне полностью лечит. Я рассказываю, как пофиксить баг. Там хоть голову пострелять. Там вообще слышишь. Ребят, у меня тоже был такой факт, мне тогда голову пострелили. Это все твоя плохая подготовка, Дикс. В самом начале, походу, мы потеряли на него. Похоже, что так. Это были считать, что у нас не семеро-то. Напоминаю, блядь, кто же с нами должен был быть, смотрю, блядь, охотник. Куда мы сейчас едем? Сейчас едем на желтую метку высадки Чукуркалай. Охуеть народу, блять, ПТР только сейчас обратил внимание. Пока взорвался. Ебать, один чел взорвет нахуй его просто. Да он снесен, не смущает. Нет, опасно. Значит, в город прям заезжай, прям в город, чтобы нас спасли. Че, не находим? Че, высаживаемся? Давай, высадка? Высаживаемся. Мне нравится, как ты все время по КВ спрашиваешь, что делать. Ты наш так?
враг, в общем, а наши боковые слушают. Ты нас видят. Ну еще бы они не видели, блядь, 15 бойцов. В два дома забежали, блядь. Были бы вопросы, если бы они не увидели. Так, мы должны сейчас двигаться, по сути, на 120, только я хуй знаю. Тут вообще на ДВ пиздец в канале, сейчас весь чуть надо дальше. Вы ушли от высадки? Мы уже курковая, мы здесь. Да, да. А чем вот? 200 примерно. А далеко в горах или где? Не вижу КП, что туда. Так, вижу склад оружия, блядь, здание такое бетонное, закрытое. Дверь металлической. Это оно, да? По заданию. Да, его надо уничтожить. Так, подождите. Я поставил метку на врага, продублировал. Добивайте и с ним разберемся. А на нас можно метку? Да, это возможная метка, я ее продублирую. Но они кипышат там в квадрат 100 на 100. А трассера откуда прилетели только что? Так может не ГПшить, если мы их не видим? Да все, если не ГПшить, у нас не надо. Ты продолжаешь? Нет, это уже не интро, а хорош ГПшить. Это из фаера, наверное. Все ГПшить. Так они не поднимутся, если мы продолжим. Не точно. Что стрелял? Это... Я... Походу...
по нашим ВП. Я вижу, вот наш уже на высотку дымает. Никто не хочет этот дом почистить. На каких отзывах примерно? На 200. Так, так туда уже пехота повалила. Я не вижу там никого вообще. В городе именно? Вот сейчас подходит на пехоту. Ну вот. Мы на 110 уходим или что? Разина. Да, я здесь помню. Ну вот ты говоришь, по ВП идем. Проходим по своим ВП. Можно 2 минутки дойти? 2 минутки? 30 секунд. Давай, 30 секунд ждем. Не хочу, чтобы все проебались опять. Так, на азимут на 110 пойдем отделение. Я предугадал это. На 110 проходим.
Вперед никто не убегаем, идемте вместе, по высотам смотрите прям внимательно. На 170 сместимся, прям по высоте пойдем, что-то не стрёмно. А что хорошего в том, чтобы идти по высоте? Ну, просто все тут орут, кричат, что там, блядь, на высотах враги. Ну вот, пойдем, был на высоте, будут кричать на нас враги. Ну, нас не видно будет. Интересно, кстати. А, нет, я вернул часы точно. Ну это, конечно, нагло так по горам голым бегать. Мы уже метров на 200 растянулись, если что. Так было же 7. Ну, охотник.
А, да, да, да. Охотник потеряли? Ну да, он где-то на респе потерялся. А, вот сзади еще один наш. Одиночная такая скала, чуть в низине, прям и Айзу, идем к ней. Там уже на ВП-2 у них враги, они поставили метку. От нас-то какой азимут? Бегу, куда деваться. А Мотохон, ты что, рядом снимешь? Ну такая себе куча. Там один алкоголь.
высоту, ребят. На высоту поднимаемся. Эй, я тут прям иду со сверов. Да, они с наверху. Шкалю в кучу идем. Хотя, по сути, между нашими маршрутами километр. Да, ну я там уже собственно там как попало приблизительно, блядь. Да вот слева СВР. Справа СВР, сзади СВР, четко какой приблизительно. Да, здесь СВР стоит наверху, я на гребне. Я тебе говорю по своему собственному геоориентированию. Нет, да, мы на ВП вообще. На своем, а не на нашем. Вот тупиковая деревня, прямо. Да, да, все правильно. Идти за эту сотку, ну, и там уже наши методы должны быть. А это вы прямо на гору лезете? Блин, может левее пойдем? Левее, левее, ребят, левее. Я же стал прям на гору лезть. Левее, обходим ее. Левее обходим, на высотку не забираемся. Так, а мы уже забрал. Ну, Матерхорн вперед убегает. За высотой? Так, да, за высотой останавливаемся. Дом просматриваешь с высоты на 110-120 просматривай, остальное ожидай. Ой, блядь, не сами же забрались на эту высоту. Не-не, я имел в виду не... Сюда-то мы должны были забраться, но не во время того, как сюда проходить. Ребята, я еще съебусь, кажется. Я тоже так думал. Все, ребят. Закрепляемся.
никуда не собираемся? Пока нет, пока нет. Так, я тогда пойду что-нибудь посипаю. Можно я покурю только, да? Побыстрее, ребят, мы по времени могут дать команду. А на какой населенный пункт у нас обзор? На Ахмадей? На Ахмадей, да. На Ахмадей, Чак-Чак. А, и Чак-Чак, мы вдалеке там. У меня получается, что я где-то здесь. Выдвигаемся. Реально, может, со скалы упал? Давайте посмотрим. Да, походу упал. А кто его видел? Ну, он сзади был где-то. Давайте притормозим. Вот он разве пошел. А чего он не отвечает? Нет, наебать решил, блядь. Ответ свой.
Да ёбаный в рот. Отделение, стоять. Надо найти кого. Возвращаемся обратно на 260. Кого найти? Кого потеряли? Вероятно, соскользнул со скалы какой-то. Осматривайте камни и северное подножье. Если кто-то есть рядом со СВРами, то доведите им обстановку. Я уже от них убежал. Ну ладно. Кажется, вижу его. Сейчас добраться. Да, это он. Перебинтую там, посмотрю. Блин, тащить нельзя. Это мертвый, значит, да? Да, это разина. Девушку снял. А что у тебя? Мне нужна его поддержка, чтобы через его хер знает. Ты мне? Смотри, там лежит твой снайпер. Позвони мне. Он живой? Я просто 5 минут как командир. Да-да-да, сейчас. Медики на связи? Сейчас дам меточку, можете подъехать. Интернет связи, дал метку медикам. Вижу, да, сейчас выйдем. Повторите вопрос. Интернет ДВ. Отделение, стянитесь, пожалуйста, обратно к месту примерно, где мы на высоте стояли. Отделение, как меня слышно? Дал зеленую метку, стянитесь туда, пожалуйста, передайте по цепочке.
Да, назад оттяните, пожалуйста. Медики, держись, Дон. Лорд на связи. А, плохо вас слышу, здесь Дон раненый. Его сейчас полатают медики, да-да-да. Я их вызвал, все нормально. Все уже, да? 30 секунд не дотянули, ебаный брат. Ну, ладно. Спасибо, что приехали, ребят. Так, Дона не спасли. Кому-нибудь нужна снайперка? Давайте только очень шустро спуститесь в низину северную. И постарайтесь не умереть при этом. Что продублировать? Я рядом с Шишигой. Иду в вашу сторону. Лутайте их. А где ПСУшка его? А, вон вижу. Кто-нибудь СВД будет подбирать, алло? Ладно, похер на СВД. Вы ушли, что ли, куда-то? Я не слышу вас. Отделение. Дон мертвый. Интро на связи. А я вашу СВД нашел тут среди трупов. Ну да. Да понятно, ну... Сейчас, секунду. Сейчас будет организация, успокойтесь.
Онор на связи? То есть Онор и Горелец, это все, что у нас осталось. Нормально, давайте соберемся как-нибудь. Сейчас поставим. Обновил. Что, лорд? Сейчас, секунду. Да, забирайте. Товарищи, высота, вот, у которую мы проходили, где умерли наши, подойдите к западному ее склону. Ты меня видишь? Горелец, ты меня видишь? Я с биноклями. Я вообще... Хорошо, Шишигу вы видите? Давайте встретимся у Шишиги. Медицинскую Шишигу ты имеешь в виду? Угу. Ты забрал снайперку? Ну, ты можешь забрать снайперку. Сколько времени осталось? Ну, медики его уже забрали, но мы можем попросить ее обратно. Да, бля, сейчас у нас три человека осталось. Я понял, понял. Окей. Снайперку берет кто-нибудь, алло? Хорошо, подойди, пожалуйста, к медицинской шишиге, сейчас тебе дадут снайперку. Я тебя не вижу там. Тогда нам не нужна снайперка. Все, мы... Есть две медицинские шишиги у нас есть. А, понятно, понятно. Все, ясно. Ладно, оставляйте себе. Так, я сейчас к вам приду, я сейчас к вам приду. Тут противники. Да. Здесь был талиб с ДВшкой. Че? Если бы я еще знал, где... У вас актуальные метки, да? Вот это я правильно понял, где я? Интро на актуальный, ведем бой. Thank you.
Да, ближний контакт, прямо здесь где-то. Это наш стреляет? Ну, нужно его сразу сделать. Повторите, на какую метку высаживать? Да, сюда едем. Остановка выстрелась. Пошли. 5-5-5. Справа, остановка снаряд. Это сухо. Сейчас просто метка на себя двигай периодически, чтобы его спрашивать. Да, я захватил их ДВХ, пытаюсь сложить. Я сейчас на связи с командиром другой стороны. Но вообще разговаривают до выхода. Вроде высота наша, вроде это какой-то рандомщик был. Но смотрите в оба. Я ДВХ захватил, но они кодами говорят. Чё твою мать? Да-да-да. Кайфово. Я же к тебе подходил до этого. Да блядь, сука! Ёбаный в рот! Ну, ты сам-то по пуле не попади. Чешьте все южные высоты и заходите через южные высоты на ВПП. Блин, это просто шедеврально. Алды, чешите все южные эти высоты и идя в район триггера. Штурмуйте триггер, штурмуйте триггер. Вертолет, да, кто высадил? Пожалуйста, всем вымывшимся отделениям, чтобы штурмовали. Все
на штурм 3 гранаты. И вот это да. Вот это я понимаю контент. Который вышел из вертушек. На штурм триггера. Приказ КС. Верх от вертолета. Верх от вертолета, пожалуйста, помогите. Принято. Ответил, да. У нас есть Чего не умирают? Ну все. Уф. Это было ужасно вообще. Ужасно. Мы исполнили. Я к городу побежал, блядь. Я пока бежал на этой кавычку. Блин, как же я обосрался с принятием командования. На самом деле, мы должны были уже давно быть уже с СВРовцами. Так а мы и должны там были быть, пока тебя нашли, пока лорд придумал, что же нам все же сделать.
Ну, я просто пытался, давайте соберемся у Шушиги. И вы собрались у Шушиги, и я собрался у Шушиги, но это были разные Шушиги. Потом я пошел к вам, и иду такой по горе, и вдруг вижу Талиба. А я уже вообще забыл, что в этой игре стрелять можно, и я типа такой, бля, что делать? В общем, завалил этого Талиба, взял с него ДВХу, послушал немного ДВХу. Я пока к тебе бежал, блядь, что ты там воюешь на помощь, надо меня самого завалил. Так вот. Сразу я выбежал, а оказывается, над нами еще два танка. Они сзади, на дыбе. А в камнях были лежали над нами, да? Меня завалили, горели, нас убили. Ну вот я посмотрел вокруг камня, который... Где меня где я убил Талиба, там стоял наш снайпер. Потом я слышу, что он стреляет, пошел туда, и вижу этого снайпера, мы постреляли друг друга немного, без травм. Стоим, типа, но он передо мной извинялся, и тут меня срезают просто откуда-то.